Профессия пожарного, или как ее теперь называют, спасателя, одна из самых важных в обществе. Номер 101 знаком каждому с детства. Многим людям за всю жизнь так и не понадобится помощь пожарных, но зато других они, возможно, спасут от беды. В любом городе или поселке есть свои спасательные бригады, но тушить огонь должны профессионалы. Нам удалось посмотреть, как работают люди, для которых каждый день может стать экстремальным. Шасак, Байтерек. Байтерек, я Шасак, слушаю вас. Отправляйте два отделения и автолестницу на загорание квартиры по адресу Ганиилеева, 15, квартира номер 47, 4 этаж. Ясно. Пронзительный звук сирены. Диспетчеры и пожарные уже знают, что где-то произошло возгорание, а значит, нужно срочно выезжать. Ровно 45 секунд дается огнеборцам, чтобы надеть спецкостюм и сесть в машину. Скорость и оперативность – самое главное оружие в борьбе с огненной стихией. За плечами 24-летнего Бекжана уже не одна победа над коварным врагом. Точно таким же тревожным было летнее утро, когда загорелась нефтебаза, вспоминает молодой пожарный. На предприятии Шимкент Мунайонимдере полыхал резервуар с бензином. Пожар тушили 120 человек. Но самое страшное было в том, что недалеко от нефтебазы начинались дома. Действовать надо было быстро и слаженно. Задача пожарной службы – спасти в первую очередь людей, помешать распространиться огню, а потом уже спасать материальные ценности. Наш герой Бекжан Лискен – старший пожарный пожарной части номер один города Шимкента. Говорит, чтобы помогать людям, профессию выбирать нужно сердцем, а не умом. Я с детства мечтал стать пожарным. Быть не просто героем, а действительно на деле помогать людям и делать добро. Сразу как закончил служить в армии, я не раздумывая пришел сюда. Бекжан был в числе тех, кто тушил крупные пожары в Шимкенте, когда горели ресторан «Гараж» и «Алаш Базар». Пожарный вспоминает, что приходилось спасать из огня и людей, и животных. На самом деле пожарный народ сдержанный. Они не особо любят говорить о своих победах. Каждый из них понимает, что любой вызов – это огромный риск, часто смертельный, потому что профессия пожарного не терпит дилетантов. От навыков и умений спасателя зависят жизни людей. Человек должен быть увлечен этой профессией, обладать высоким уровнем физической или психологической подготовки, поскольку разные ситуации бывают. Ты должен быть готов во всем держать удар. Работает Бекжан сутки через трое, а в свободное время любит поиграть в футбол. Среди своих коллег он 3 года подряд становился лучшим вратарем. Также парень следит за мировыми новостями и активно интересуется политической жизнью страны. А за атмосферой в доме следит мама и супруга героя, его надежный тыл.